Подарок на день рождения лично из рук главы города. Такой чести удостоен ветеран спорта Алексей Ширгаев. Сегодня ему исполнилось 80 лет. Большая часть жизни Алексея Петровича связана со спортом. Сначала он играл в футбол сам, а затем после травмы писал статьи и заметки в местные газеты. С 1981 по 1985 годы являлся председателем областной федерации футбола Ивановской области. Сейчас входит в попечительский совет футбольного клуба «Текстильщик». Посещает все матчи и тщательно следит за турнирной таблицей. Раньше так говорили, что такое «Текстильщик». Это визитная карточка города Иваново была. Поэтому надо стремиться за счет своих кадров. А у нас хорошая школа на «Локомотиве» существует, возглавляемая Горощуком Василием Владимировичем. Там есть кадры, но надо их растить.